ангелогородочка, я уже с 89-го года. Да, с 89-го года я постоянно живу, работаю в Архангельске. И, конечно же, мое любимое место – это наша набережная. Это Успенский храм, который меня успокаивает, где я чувствую себя уверенно, спокойно. А наша матушка Двина меня вдохновляет на новые песни, на новые музыкальные альбомы. Ну, а самая особенная, яркая, так скажем, отличительная изюминка нашего города – это, конечно же, люди, архангелогородцы. Добрые, открытые, гостеприимные, очень отзывчивые. И, вы знаете, не перестаю признаваться в любви нашему городу. И буду всегда здесь жить и любить город, трудиться на благо города, на благо наших архангелогородцев. И желаю, чтобы у нас в городе всегда было тепло, уютно, чисто, красиво, чтобы звучали песни новые, рождались дети. И жизнь в нашем городе продолжалась.